Приветствую всех стратегических жевжиков, а также сочувствующих им примкнувших. Это продолжение ФФА сериала за Эфиопию в Sid Meier's Civilization 6, поэтому если вы не видели начало, то лучше перейти к первой серии. Ссылка на нее есть в описании к этому видео, всегда лучше смотреть с самого начала. А также напоминаю, что спонсоры канала всей серии видят сразу во вкладке «Сообщество». Спасибо им за вдохновение. Всем остальным приятного продолжения просмотра. Ну, тут плотничком, кстати, Финикия с Англией и кельтами. То у нас тут много места. Итак, что голосуем? Ну, по религии преобладает синтоизм и няш-мяш. То есть я бы... Что с ними? Давайте, что там... Давайте ученых не начисляется. Ученых? Ну давайте, начисляются ученые. По религии, я не знаю, там мне что одна, что другая далеко для меня. Мне как бы пофигу. Ну тут вроде религиозных баталий особо нет. Я против синтоизма проголосую, потому что он ближе. В любом случае лучше задушить. Няш-мяш фиг знает где. Меня душить. За что? Ну, по кого-то сильно надо. Полководство вообще, никто военные лагеря вообще не построил. Он метеорит. Плюс 10 мощи к православию? Я за это даже не голосовал, кто это? А кто такой добрый? Галлы? Галлы. Индус. А как я проголосовал? Вы не успели проголосовать, видимо. Я не успел, да. Видать, да. Я не успел, я думал, и... Удваивает очки. Удваивает очки великого... Это тоже вы не успели. Ну, молодцы, класс. Я за ученого проголосовал. Нормальненько так. Сидел, думал. Очень интересно. Так, где там метеорит? О! Не ожидалось. Так это я могу собрать. Если мой конгресс пошел не по плану. Да. Есть лифт на продажу. Так, когда мне собака, конечно. Шелк. Кому-нибудь религию надо? Какая религия? Синтоизм. Ну, можешь мне распространить, я как раз рядом. Синтоизм. А я бы тоже взял бы. Это Финикия? Да-да. Ты в чьей религии вообще? Там где? Если дойдешь до Египта, мы будем рады. Еще примерно найти его. О, Фес есть. Фес — это круто. Фес — это хорошо, но... В Бразилии. А кто сидит за Ренфеса? Бразилия. Сюзерен тот, кого я не встретил, последний. Бразилия. Так, а где идет, собственно, союзы? А, вот. Да, кстати, вы так никто еще в союзы не вышел? Мне два хода. Египет. Мне 6 ходов. Я попозже в них выйду, я сначала... Мне один. Два хода. Так, ну я побегу Францию дальше исследовать. И, наверное, именно с ним... Именно к нему караваны быстрее всего будут бегать. Ну, самые выгодные, имею в виду. Так, надо не забыть будет картографию отменить до постройки двух галер. Нет, подожди, у меня янтарь есть, я вроде торгую. У тебя что-нибудь другое есть? Или будет... У меня лифты есть, я готов торговать лифтами. Я? Что-нибудь я тут могу ускорить? 6 ферм. Сейчас. Ну вот Кадрирему бы ускорить. Два сейчас рынка, но у меня только один коммерческий район всего. Пока. На самом деле.
Ой, как-то я тут под вулканчик не очень удачно встал. Здесь он не будет извергаться. Тут, кстати, тоже можно город поставить, между прочим. Так. Давайте мы пока отложим. Подождите, а нужна ли мне военная тактика вообще? Это вообще тупиковая, да? Не, нафиг. Военная тактика мне не нужна. Оливки нужны. У меня еще нету этого ресурса. Так, и, по-моему, ничего двойного у меня... А, есть оливки. Ошибся, оливки есть. Так, где тогда... там папа смысл? Надо... Папа Смурф улетает? Обитает. А, обитает. Ну, в Смурфляндии, очевидно. Ну, слева от тебя? Да. Угу. Чё, как они себе было бы идти, интересно. Очень хреново ее обходить. Тебе вверх надо идти. Ну там будет. Ну, вообще там дороги. Да, я уже понял, что. Там дороги, так что я думаю, ты смогешь. Ну да. Инди приложение. Так, блин, ну мне надо сначала вот эти клетки выкупить. Вообще-то. Слушай, француз, ну вот этот шелк около Харера мой. Я надеюсь, когда ты там город поставишь, ты не решишь выкупить его? Да нет, собирай. Он сам добавится через 3 года. Слушай, даже если я его выкуплю, мы можем с тобой обменяться. Ну зачем? Я хочу свой шелк. Да, эфиопские мастера, мне кажется, намного лучше ткут шелковые труселя, чем французские. Знаменитый эфиопский шелк. Французы, они высоколобые, они высоколобые. А французские гобелены? Бразилия, ты помнишь? Отжимаем паузу, понеслась. Так, у нас вылетел Гал и не вернулся, но, так, судя, но тут, судя по всему, его уже и так планировали пилить. О, прям уже война сразу пошла, да? Да-да. Возможно, поэтому он и ливнул. Кстати. Ты не в году как? Ты можешь брать под руком? Я ничего не буду у Гала брать. А, ого, нифига себе. Ты не в году просто побьешь или себе отбирать собираешься? Это Дивадур мой. Ну, хотя, если хочешь, можешь забрать Дивадур. Да, он ближе. Там я не себе забрал. Ну, можешь Дивадур себе забрать, я такие более крупные города хочу. Окей, да. Угу. Ну, я его... Блин, может, все-таки тут... Ну, я его даже, наверное, сейчас давайте захочу. Давайте я тут все-таки сначала монумент построю. Хорошо, да. Если, там, действительно, скорее всего, так удобнее получится. Угу. Ну, я тогда армию поведу на виду. К шелку. Это его столица? Не-не-не, это он левее и ниже Гибракс. Франция, предложение. Ну, я не вижу один город, я не вижу его один город и столицу.
А, понятно. Нет, это новый один город, он там. А, хорошо. Без расширения. У меня столицу можно выиграть. Угу. А под всем можно играть. Ну, иди в Адур. Угу. У тебя, кстати, через сколько откроется союз? 4 хода. Хочешь заключить? Нет. О, я всех встретил. Е, я всех встретил. Наши, какой союз хочешь? В Финикии. У меня, в принципе, 3 хода, так что можно будет союз военный. Я тебе предложение кидаю. Лёша. А, не знаю. Я тут со всеми разный. Я могу и экономический, и культурный, и научный, в принципе. Угу, не, давай Египет с тобой культурный лучше. Я бы экономический с Францией. Отмени тогда. Давайте, наверное, сначала амбар. Блин, или уже сразу строить правительственную. Ладно, давайте сразу правительственную. Нет смысла откладывать. Так, это у нас комп уже общается. Не... Блин, что-то не могу открыть предложение, не знаю. Мне крафтнулась игра. Круто. Так, я уже вижу, где дамбы. Давайте в контрфорс, собственно, пойдем. Я судостроение тем более ускорил. Вот это важно открыть. Так, оливки давайте обработаем. Есть оливки на продажу. Кому надо? Вот, точно такое же предложение. Те же оливки. Кому надо? Да, ну сколько будет стоить? 75. Угу. Компьютер, блин, воюет со мной? И со стороны, с которой я буду наступать на него, он ставит развлекательный комп. Ну, чтоб тебе не скучно было, все правильно. Типа воины будут идти, такие, о, развлечемся перед битвой. На колесе обозрения покатаемся. Цирк сходим. Нет, тут я... А, я уже скальный этот построил. Тут стоим. Так, кто еще какие чудеса природы расскажет? Я, в общем, уже увидел шоколадные холмы и этот озеро... Что тут за озеро-то? Я тут. Озеро Экбилет. Где это озеро? У Франции. Франции где? Но я ни одного чуда не видел. Я только холмы видел и все. Странно. Еще как... Есть одно чудо. Еще как минимум, я так понимаю, еще 2 где-то должно быть. Цинжидю Бемараха. Это где? Это что? У меня. У тебя это в Англии? Да. Понял. Так, что нам тут строить? Понял, конь строить начал. Интересно. Наверное, промышленную зону. Центр коммерции. Ну, библиотека. Хотя у меня уже университеты открыты. Вообще, у меня... Да, да, он уже зашел. Египет, ты же уже в игре, да? Египет. Господи. Да, да, зашел, зашел. Культурный союз? Мне, да. Кинул. Оракул. Ну, тут маловато производства. Я бы тут, конечно, мавзолей построил, но производства маловато. Библиотека. Ну, блин, просто... Ну, вообще тут будет плюс один для промышленной зоны.
как минимум. Давайте, наверное, мастерская, потом давайте промышленная. Конечно, кампус бы, но у меня нету денег, мне надо вот эту сначала клетку выкупить. И промышленную зону тут надо тоже выкупать. Поэтому святилище. Так, может мне... Смурф, так может таймер поставишь обратно? А у нас зашел человек? Да. Давно уже. Давайте, наверное, укрепим религию. Почему я тут запрет на производство стоял? Ну, в принципе, весело, весело. Мне мое развитие нравится. И немножко не хватает денег только. Это минус. И все. Но это только за счет того, что у меня караваны между городами. Я сейчас отправляю, например, в тот же Египет. Предположим. Блин, все, повыкупал тут в Мемфисе. Прям такой деловой. А, слушай, француз, я тебе кидал вроде предложение об открытых границах. Ты не получил или отказался? А я пока... Не, читаем. Короче, вот. Так, один ход. Подождем. Ну, тут если он заберет эту благовоние, то у меня вот здесь внизу еще есть. Военную инженерию надо открыть. Англичанин, а у какого города чудо? Не подскажешь? Кто? А, направо, короче. Окей. Миссионером прям направо. Понял, спасибо. Так, посол Гойгу заявляет 200 единиц, ну, такое, 3 единицы религии, наука, один посол в каждом городе, когда этот город впервые переходит, тоже, блин, давайте вот 2 единицы за каждый город, исповедующий эту религию, вот это возьмем. Потому что, опять же, напоминаю, что нам вера в наших городах дает. А дипломатический квартал не дает просто балансовые средства, только при правительстве? Нет, там написано, чему он дает. Он дает посла, если рядом со столицей. Больше не помню. Понял. Так, гурдвара, пищу, распространение религии, ячейка религиозного искусства. Или довольство взять. Я, наверное, блин, ну гурдвара тоже хорошо, 2 единицы. Давайте гурдвару. Пища и жилье.
так. Мне у тебя через код появится. Союзу. Да. Какой будем заключать? Ну, я так полагаю, военный, чтобы попилить поудобнее было. Ну да, давай военный тогда. Через ход. Не, давайте я этого тут оставлю. На тот случай, если вдруг появятся варвары, например, вот тут где-нибудь. Надо сюда привезти. Вот этим поплывем, потому что у меня есть... Блин, а вот все-таки умный. Трёх арбалетчиков, гесатов тут, броняется. Плохо. У него 200 военной мощи. Ну, он как раз Бибраксе и строит стены. Ну, у Бибракса 26, эти, ну, даже 31 защиты. Моих мушкетеров 59. Он за два хода падает. Значит, надо еще шанс. Храмы построить. Давайте в Гондоре. А, есть два храма. Ага. 190, а у меня 128, да? Мушкетеров? Франция, а у тебя когда... Этот... А я вот открыл союзы. Ну ты давай экономически. Экономически давай. Хорошо. Кто-нибудь еще хочет заключить союз? Так кто? Да мне, конечно, фес за сюзеренить и пойти религию распространять. Нет, ну мне далеко слишком, не? В смысле? Мы не сможем караванчики пускать. Нормально, я сейчас говорю. Ты куда, кстати, видишь Косила? Какого имени? Где? Вот стоит мой залево. Вот две клетки влево. А, Готлин, это Синди. Вот я что-то думал. Нормально больше все. Две клетки влево. Шкатулка Евангелиста. Я хотел вот здесь поставить город. Поставь меня. Ой, блин. Откуда? Я хотел именно вправо. Ну да. А там тут никак, да? Конечно, крутое чудо, я смотрю, тут все англичане вообще не обрабатывают. Бляха, ну что будем делать? Так, что в Гондоре строить? Ну, у тебя идет поселок? Потому что у меня уже идет, ты видишь? У меня тоже идет. На твой быстрый дойдет. Хорошо, делаем. Просто Дивадур берешь или подойти? Там сверху тундра, и хер там что построить, нормально. Сам понимаю. Мисс, я не знаю. Оракул? Я разберусь, там две точки. Ладно, давайте. Окей, просто. У меня будет включённый на плюс 20 исцеления в пределах одного. А-а-а, понятно. Я сейчас забираю его, думаю, что за говно? А потом смотрю, о, как раз для войны с Галом. Угу. Унса. Красота. Ну, тут куча хороших городов-государств. Индус. Чайно. Что, я ставлю городок? А что я могу сделать? Блин, на последний момент стены построил в Либерксе. Убери тогда эту метку. Достал комп, ко мне приставать. Так. Ага. Надо, наверное, давайте пока к Египту, хотя... Этот бокс рядом уже. А, давайте в Марсель. Канди вообще, он 12 денег. Есть. Давайте в Канди. Так, союзик, собственно. Заключаем. Лян в Мекеле. А ты, по-моему, еще мне должен... прислать. А, все-таки обрабатывает. Что-то я... Ну, неплохо. Делегацию, вроде. Неплохое чудо. Отправляем сюда рубить лес. И что, и тут не проплыть? Нет, тут вроде проплыть.
Давайте Виктора в Харер на всякий случай. И в джиме зал для приемов. Следующим ходом поставлю первый посол и, наверное, поотправляю Фес в Венецию и в Унсу. Пельмени, делегацию или ты можешь союз мне присылать? Все хорошие города, государства. Я не могу делегацию кинуть, а союз почему-то не могу. Да, да, скорее всего, сначала делегацию надо. Города как раз тут. Ну вот отправил, смотри. Так, тут все растет, отлично. Чуть не вижу. Сейчас проверим. Здесь тоже там всякие залочи. Объявить дружбу точно... теперь доступно опять почему-то. Да, а, у нас не было дружбы, да. Растет. Так, дружба. Ну тут и так на производство можно не переключать. И все равно нету. Вот, нет, союзы у меня появились сейчас, я кину. А, вот, все, вижу, давай. Нет, в принципе, норм стоит, да. Отлично. Все зашибись. Что по ресурсам? Не с кем торговать. Жаль. О, превращаться в нетребуемые технологии. Отлично, хороший. Этот... Правда, тут, походу... А, нет. Будет выплыв? Наверное, будет. Ну, то есть я могу теперь по океану плавать. У меня, правда, не особо тут морская цивилизация. Ко мне даже Англия не может... Франция сделала. ...пробраться. Чё, встретили? Ватикан. При активации великого человека он распространяет 400... Блин. Мне Ватикан надо союзить, ребята. Смотрим. Да. Так, вот это убираем, ставим просто первого посла. Ну я все-таки просто по одному, вот это важно, тут все города хорошие. И последнего посла в Ватикан, чтобы больше веры получать, но потом мы его засоюзим. Нанять великого писателя вряд ли, тоже вряд ли. Обратить в веру Венецию. Торговый путь в Буэнос-Айрес, великого художника тоже вряд ли. Хреновые задания, конечно, для меня. Так. Давайте смотреть, какие я тут районы хочу построить. Промышленная зона. Вот тут есть плюс 2. Вот тут плюс 3. Надо вот сюда... Да, я бы сюда шел промышленную зону строить. Это 3 хода. На 3 хода, наверное, еще одного строителя. Дальше. Буэнос-Айрес хочет караван. Ладно, давайте из Аксума отправим. Немножко его... А, не получится, не успел я морскую традицию ускорить. У меня там уже плыла квадрирема. Нашел дамбы. Давайте дамбы строить. Тут дамба будет. Не, там пускай они пилят кельта. Вообще пофиг. Ведь одного хода не хватило, эту морскую традицию открыл. Жаль.
Класс, не проплыть. Зашибись. Слушайте, так может и тут не проплыть? Ну, то есть, я могу еще только надеяться, если льды растают, вот в эту сторону просто не проплыть. Есть один посол. Давайте в Ватикан. Чтобы засоюзить. Так. Промышленную зону сначала. Что по науке? Пока я нормально иду. Да, давайте картографию откроем. С другой стороны, нафига она мне? Я бы открыл лесопилки. Ну, в смысле, массовое производство. Надо лесопилкой ускорить. Вот тут лесопилку. Сейчас вырублю тут лес. Тут лесопилку поставлю. И верфи. Хотя, с другой стороны... Так, оружейная. Два арбалетчика. Замки я открою, когда монархию приму. Накат фигня. Что-то там все бедного Гала терпилят. Это я уверен, что это Гал предложил. Не понял. Да это Гал, наверное, предложил. Не прошло предложение. Так, продолжаем исследовать территорию. Тут вырубаем и ставим промышленную зону. Ну, кстати, этим можно лесопилки здесь уже организовать. Блин, сколько шелка у француза вообще. А клетки с чудесами... Клетки с чудесами природы или... Нет, света построен никуда. Нет, все. Нет, да. Так, Виктор в Харере. Тут уже обратно лояльность вернулась. Так, тут все строится. Магнуса давайте назначим. Может, как раз Ваксуму и назначить? Тут есть что вырубать, в принципе, или нет? Или в ДЭС. Ну, в ДЭС это еще вырубать нечего. Ладно, давайте в Аксум. Еще посмотрите, сколько городов у кого. У Финикии 6. Англия 6. У меня 8. Бразилия 5. Ну, Галлия уже не важно. Франция 9. Индия 6. Египет 8. Да, но у меня еще вот тут места наша есть. Наша придворная дама узнала, узнала на балу то, что Индия использует мечников, чтобы разобраться с лагерем варваров. Ох уж это Индия. Так, 100% промышленная зона, 100% священное место. Дальше...
Давайте скидка на улучшение юнитов в арбалеты апнем. Содержание юнитов. И довольство в городах с гарнизонами. На плюс 6 кампус. Так, я хочу теократию, наверное. Пока туда пойдем. Каких-нибудь великих людей у нас тут появится скоро? Великий инженер должен появиться. Кстати, я могу просто выкупить. Имеет ли мне смысл какое-то чудо ломануть? Так кому там не имется унцу? Это мой сюзерен. Чеченица. Вот, кстати, как же сюзерен, начнем с этого. Я был сюзереном, ты его отнял. Я был. Там все равно нет, это не надо. Ну вот, я бы тут какой-нибудь город не, поставил. Я им был и до там... того, как там твои посты были. Чеченица, хорошо, а Падана? Да, да. Интересно. Только рядом с столицей. Ну, ты или задание выполнил, ну, такое. Что? Тут клетки по получше. Перекупил я. Не знаю. Это кто вообще говорит? Оракул. Финики. Кстати, оракул. Это торговая нация. Оракул. Давайте оракул попробуем. Вот попросил денег. В Адис-Абебе. Ну ладно. Ну, в принципе, а, тут... Так уж нужна. Вот. Здесь не хочу, потому что... У меня 7 торговых путей. Мне как будто профит нет. А, у меня только 4. Вот здесь можно оракул. Еще 2 будет скоро. Тут оракул. Как на зло не падает этот, блядь, золотой век на... Как она называется? Денежная реформация? Не там. Хочу тут, потому что это соседство для священного места. Дискорда. Так, и вот эту клеточку я бы передал Хареру. Какое-то производство. Полечимся во Франции. Бразилия. Обмен. Союз с ним. Так, астрономия, банковское дело, картография. Стоит ли мне открывать? А, ну мне все равно надо, чтобы вот эту увидеть. Тут два арбалетчика. Ладно, давайте картографию откроем. Да, надо два арбалетчика сделать. Египет выкупил эту клетку. Ну, у меня тут есть клетка тоже. Прям быстро. Мне кажется, что у него тут есть получше клетки. Например, вот это плюс 5. Или он ради бананов так выкупил. Египет, некрасиво ты мне бананы выкупил. В Саисе. Какой-то жадный бананолюб. Так, арбалеты делаем. Блин, 12 ходов, а что так долго? Посмотри обмен, Леша, это моральная компенсация. Надеюсь, там 3 тонны бананов. Не, это ты уже слишком, это... Слишком большая компенсация. Да не. Мне кажется, что это просто, ну...
Нафига их было выкупать? А у города и так два банана есть. Клетки для кампуса у тебя тоже есть. Просто зачем выкупать надо было? Больше банана. Очень люблю бананы, да? Да. Вообще, соточка это немного. С кем можно поторговать чаем? Тут, ну, я бы, конечно, дамбу в аду и строил на этой реке. Может, со мной уже прекратилось? Сейчас я гляну. Нет, у меня есть. Франция. Ну, благовоние у меня будет. А? Сейчас бы я принимаю обмен. Кину. Следующим ходом появится жилье и счастье от зала для приемов. Ну, можно вообще две каравеллы все-таки апнуть, чтобы открыть торговую республику, но я буду теократию принимать. Так, сколько у нас осталось ходов? Ага, значит, я в Золотой век опять выйду, и... То есть, мне сейчас, я могу сейчас открыть мои уникальные юниты. А, и они уже открыты. И, собственно, покупать их за веру. Ладно. Примем в дар 50 монет. Ну, в итоге сколько? 4, ну, 7. То есть плюс 7. У меня тут эта производственная площадь на плюс 7. Кайф? По-моему, кайф. Так. Тут сейчас я оракул буду строить. Ну, пока верфь. Оракул хорошая штука. Кстати, касса де контрасион тоже хорошая штука. Я думаю, тоже имеет смысл построить, кстати. Давайте Мокшу назначим в Гондор. Пускай распространяет религию. Ты видишь мой шедевр? Теперь давайте... Вижу, так что... Видишь там летит, снизу, что мочку вторую сделать? Да. Он гадает, сколько там кампус? Зачем гадать? На 6? Да. На воду еще смотришь? А ты угадай, вот ты, знаешь, вот это вот, да. Наводишь вот это, что это? Каждый может навести, а ты угадай. Ну, посчитать, там горы, тропические леса. Крючок. Давайте мастерскую, понимаешь, и будет плохо, сразу после этого дамбу. Кто? Не знаю. Так, я не... кто говорит вообще, начнем с этого? Ну, варвары, например. Варвары, да? Варвары говорят. Так, часовню великого магистра. Это пингвин был, походу, да? Не-не-не, это не я. А нет, Дед Бороздец, понял. Индия. Блин, слушай, поменяй ник, я не могу. Я каждый раз, когда произносит твой ник, я сразу песня это в голове звучать начинает. Я не могу просто. Что за песня? Замечательно. Кто я? Дед Бороздец, обычный белый свет. А теперь тихий час завитал до вас. Кто я? Дед Бороздец. Ладно, не буду вас мучить. Но он же Дзет-Барадзет. Дзет-Барадзет в белорусском языке дзе — это одна буква. Это дед.
Дед, оно так звучит, дед. Просто вы не чуете, так, потому что... Дед, говоришь дед? Да. Да, это ну, дед, бородед. Говорите Д. Не дзет, брат, зет. Ужасно звучит. Ох уж эти иностранцы, да? Коверкают белорусский, как могут. Вообще, не понимают ничего. Чем объяснять надо? В белорусском языке есть такие буквы, как дз и дж. Это одна буква. Например, дождж. Дождж. Это дождь. Но дождж. И додж. Да, это додж. Кстати, видите, английский тоже заимствовал, то есть додж это из белорусского заимствования. Это все, да. Что это из белорусского языка, Паш? Так, что тут за агунг, активный вулкан? Уроки белорусского в цивилизации. Еще интересно, что в разных языках, казалось бы, родственные славянские языки, но разные рода. Например, в белорусском языке собака мужского рода. То есть собака, и он мой. Ну, в украинском тоже. Пес. Ну вот, например. Ну нет, ну, пес это одно, а собака это другое. То есть собака ну, конкретно. Да. Наприклад, мой собака пошел и обоссал мне весь дрот. Сахарок. Так. Это образовательная игра. Ну, финики, я посмотрю, блин. А ты как? Блин, когда вы там уже гала вынесете, мне каждый ход какие-то предложения присылает. Так сложно отказаться? Ну да, теряю время. Уже выносим. Он на что-то надеется, селитру еще хочет. Он мне мир кидает, все золото свое предложил. Он дружить хочет. Так, а где у нас послы тут? Может, мне все открыл. Так, слушайте, я и по культуре впереди. Так, вот после теократии вообще нету ни одного. Ну, торговую республику я не хочу. Ладно, посмотрим, что там дальше. Откуда мне дипломатическую службу, несомненно, надо следующую. Блин, и меркантилизм надо. На самом деле. Что мне уже Таругу и Фес надо... Я бы, конечно, Фес очень хотел засоюзить и уже под ним религию например, во Франции. Брат сейчас упадет, на виду восстать хочет. Да, упадет. Магнус оп, уже упал. Видите, появился. Да, восстание все равно все еще хочет продолжаться. Уже перехотелось что-то. Так, оракул. О, чуть мне тут не обработан скот. Вроде ж был. И касса вот так, здесь. Так, Андрей, я выставлю эту дальше, Диодора даю тебе. Угу. Ты опять? А, блин, я должен войну закончить. Ты опять кунцы прицепился? Ну да. В эту войну... На холмах рядом. Да, давайте. Построил, у меня тут куча таких ой, есть. Два вида, оказывается. Дуэт. Ладно, как развалим его, тогда сразу же отдам. А, хорошо. Ну, хотя у нас уже быстрее восстанет. Да, скорее всего. Ну, если что, заберем его. Да. Несложно. Так, надо лесопилки. Тут как-то медленно все строится. У меня стоит еще карточка, да? На скидку стоит. Ну, давайте две каравеллы сделаем.
интересно, где 20 институтов построилось, конечно. Что? Дерево, соц. Институтов интересно построить. Монархия, чувствую, дальше опять одну. Да, да. Блин, я думаю, может, даже лучше... Не, хотя у меня деньги есть. Думал, может, в торговые сначала города забросить послов. О, я увидел Париж и не умер. Коник-то живой. Да. И что-то из последних сил. Сейчас он там вылечится. Don't worry, be happy. Кто там Ватикан? Англичанин? Нет. Ватикан. Какой-то что ли это? А, ничего, что он около меня находится. Неважно. Нет. Вот смотри, Ватикан... Вообще исторически он внутри Италии. Однако папа римский кто? Аргентинец. Так что я думаю, будет нормально, если папа римский будет эфиопом. Я не знаю. Либо так, либо он сгорит. Либо сгорит? Хрена себе. Мне кажется, время крестовых походов пришло. Ну, ребята, Ватикан хотят спалить. Вообще забрать, никого не волнует. Англия, мы союзники. Можно объединяться. Что за разговоры пошли, алло? Нормально же общались. Ты же хочешь палить людей в Ватикане. Ты только что сейчас сказал. Облить кипящим маслом, пускай горят. Озером, которое вот за Апидом. Или ты не видишь? Я не вижу. Я даже не знаю, стоит ли мне использовать сейчас. Ну, потому что я тут увижу военный лагерь второй. И... Да, два военных лагеря. Француз, стоит. Походи скаутом. Мне там надо скот обработать. Я не думаю, что надо ускорять. Может быть, этот ускорить потом. Вообще, из тех чудес, которые тут есть, прям вот чтобы мне прям сильно... Я бы хотел с Мавзолея Геликарнасия, но мне жалко что-то эту клетку тратить, наверное. Все остальное, ну, так. Чеченица, кстати, тоже неплохо бы в этом... Ладно, давайте мы, знаете что, сделаем где-нибудь... Поселенца. Так, поплыли. Жигал задрал. Дальше всякие. Дальше говорю, давайте его. Валите быстрее. Валим, валим. Сопротивляется. Стараемся как можем. У него тут и опиты, и военные лагеря защищаются по полной. Убил катапульту, француз, не благодари. Круто, молодец. Я старался. Ну там... Египет ломанул науку. Подождите. У меня моя еще религия до сих пор не в 6 городах. Не, в 6, значит, она уже ускорена. Да. Понятно. Так, сколько стоит фес обратить? 6 послов. А Ватикан... Один. Ну, в смысле, тут 3 надо посла, а тут 1. Ватикан будет давать 400. Вы знаете, мне, наверное, лучше фес обращать и пытаться сразу же обращать в религию француза. Это мне даст кучу науки. Надо где-то тут город ставить. Я бы, наверное, даже прям на какао.
Да, наверное, на какао ставить. Ставить чечени. Ну, блин, хотя тут этих тропических лесов. А в Адуи сколько тропических лесов? Может, в Адуи поставить чеченец? И тут будет раз, два, три, четыре, пять. Потом это еще можно... Да, давайте в Адуи чеченицу сделаем. Где-нибудь вот тут. Холма нету. Тут видно, что много лесов, но маловато тропических. Тут в третьем радиусе только 5, 6... Блин, может, в Гондоре? Вообще, тут тоже неплохо, я смотрю, чеченица за... Давайте в Гондоре, слушайте, давайте в Гондоре вот тут вот делаем чеченицу. Нормально. Меркантилизм там далеко, нет? Меркантилизм после гуманизма. Да. Что-то какие-то лаги начались, по-моему. А, что сюда плут уже не проплыть? Блин. Ну ладно, посмотрю хоть... Немножко подальше территорию. Так, тут я все города вижу. Тут какой-то еще город должен быть. Ну, у француза тоже не очень территория. Конечно, у него только вот эти вот города. Ставим, надо было поспешить, мне кажется, с этими городами скорее. Мне рынки что-то торговых путей не приносят? Приносят, почему? Не знаю, что два рынка построил, где мы еще два торговых пути. А ты их построил в том городе, где у Дегавани? А, да. Ну, серьезно? Молодец. Да, я такой фичи не знал. Ну, здрасте. Молодец. Ну, ты даешь. У тебя торговый путь либо от маяка, либо от рынка. Ты не можешь два торговых пути получить в одном городе. Я понял. 8 ходов. Так, ну я могу купить, смогу купить через 3 хода уникальный юнит. Это у нас 4 очка, это будет 90. Оракул сейчас даст. Да, ну, золотой век. Добрый вечер, золотой век, как говорится. Вообще безостановочно тут по золотым векам тушу. Тем не менее, я бы тут город все равно поставил. Возможно, где-нибудь тут бы еще город поставил. Да, принимаем теократию. Убираем стоимость улучшения юнитов. Ставим содержание юнитов. И 100% от... Нет, не от гавани, от кампуса. Отлично. Оставался один ход. 117 науки. Стены. Нужен ли мне Жак Сен-Жорж? Не нужен, я думаю. Место, блин, нашел в столицу Галлы. Да это торговец, я ничего. Я себе француз два военных лагеря построил. Так, опять вопрос по чудесам природы. Еще где-нибудь что-нибудь не найдено? Ну, то есть я нашел 3 чуда природы. Это только одно. Шоколадные холмы, озеро... Блин, как он называется-то постоянно? Эгбилет? Интересно, что за озеро вообще? Первый раз это чудо вижу. И этот... Цинджи Дубемараха. Хорошее название. Что еще? Что еще посмотреть на этой планете можно? Не расскажете, да? Это вы жопы. Самому бы не знает. К самому бы знать, знаешь?
Ну где-то ж еще, как минимум, еще одно чудо должно где-то быть. А может и больше. А, я вспомнил, там дальше иди и найдешь скалу Дувра. Угу, белые скалы Дувра еще будут. Да. Здорово. Калерия. Короче, налево и наверх. Я можно на автомат поставить, он тут сам все доисследует. Так. Мушкетеры это можно открывать. И оружейные, наверное, можно открывать. А вот книгопечатание должен скоро ускорить. Кстати, можно бы и кассу де контрасьон ускорить. Так, по науке у нас тут рвет Египет. Ну, вообще, как бы, по развитию... Ну, у меня религии дофига, на самом деле. Мне бы еще город все-таки поставить. Я бы даже сказал два. И еще не факт, что это... Ну, вообще, тут у него есть места под кампусом, но это может быть именно соседство... Ну, тут 8 кампусов. Может быть, соседство коммерческих районов. Варвары возле меня. Слушайте. Болезненно повторно захватывать. Так, на деньги. Какой самый крутой в Париж? Давайте я тут все-таки кассу ускорю. Я не думаю, что кто-то чеченец устроит. Ну так вообще француз широко. Оракул я построил. У Англии на виду натвалился. Мужчина, у вас на виду натвалился. Отклеился. У тебя город отпал? Да, я же город не станет. Слушайте, я подумал, что я же не могу сейчас бомбарды купить, потому что я вообще не обработал селитру. Совершенно забыл. Давайте тут еще. Не успел сделать дамбу. Сильно мне поломать. Ну, дамбу сейчас дострою. Один ход. Потом надо будет чинить тут все. Я уже подумал, что я зря не сжег его. Так, оракул. Думал, Киловаки Сивани, что это касса де контрасе. Нет. Так Киловаки Сивани это на послов. А касса на губернаторов. Задолбал уже этот амбиотрикс. Так, здесь мы сделали. Давайте последнего губернатора. В Десс или в Джиму? Давайте, наверное, в Десс. Я тут поплыву этим миссионером делать кругосветку. У меня там еще один уже тоже плывет. Блин. Не пройти. Так, часовню великого магистра достроили. Могу строить центр коммерции. Да, кстати. Вполне. Давайте сначала рабочего. Сюда центр коммерции.
сюда надо театралку будет бахать в Гондоре. Давайте, наверное, в Гондоре. Предлагаю, не дают... Научные. Научные, да. Надо давать научные. А вес научный? Ну, никто не выявит. Две. Нет, я могу точно сказать, что как минимум две научные ГГшки есть. Это есть фес, Таруга. Ну, Таруга у Гала. Угу. Ну, если я захочу Гала, то она станет моей. Ну. Зачем же она тебе давала бонус? Ну... Ну а про юниты я не знаю, как хотите. Давайте ближний бой плюс. Давай, да, давайте плюс ближний бой, потому что я так быстрее гауза хочу. Угу. Быстрее с фарворами. Так, сколько у нас осталось ходов? 5. 5 ходов. И чеченицы, и тачки. Да, ну, да, я тут должен выходить в золотой век. Торговые пути дают больше, 250 науки. Надо смотреть, какой сейчас будет следующий инженер и какой следующий ученый. На этом пока все. Продолжение спонсоры канала могут посмотреть прямо сейчас во вкладке сообщества. Для всех остальных оно появится завтра. Спасибо, что досмотрели до конца. Я Алексей Халецкий, тот, кто сделал это видео. Пользуясь случаем, хочу попросить вас поставить лайк, оставить комментарий и поделиться этим видео со своими друзьями или в социальных сетях. А также посмотреть другие мои видео, ссылки на которые вы видите сейчас на своем экране. Играйте в умные игры и всем пока!